Всем привет! Сегодня на ужин готовлю жареную рыбу немного необычным способом. Жарить рыбу я сегодня буду на сковороде, но при этом сковорода остается абсолютно чистой. Рыбу очищаем, промываем и нарезаем на порционные кусочки. У меня сегодня хек. Подсаливаем. И панируем в муке. Из пергаментной бумаги вырезаем подходящий круг по диаметру сковороды. Ставим сковороду на плиту и вливаем растительное масло. Выкладываем рыбу и обжариваем со всех сторон до готовности. Готовую рыбу снимаем со сковороды. Убираю пергаментную бумагу и хочу показать вам, что сковорода остается полностью сухая и чистая. Вот такая румяная, красивая и очень вкусная рыбка у нас получается. Ну что, вот таким рецептом я сегодня с вами поделилась. Пробуйте, готовьте, пишите свои отзывы у меня в комментариях, я буду ждать. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заглядывайте на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю простые быстрые рецепты. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и всем пока-пока!